Дорогие друзья, мы даже и не знали, что произошла трагедия с известным российским советским киноактером Борисом Галкиным. Подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями, которые выходят каждое утро на нашем YouTube-канале. Вчера вечером в лесополосе недалеко от своей дачи был обнаружен известный российский советский киноактер Борис Галкин, и его обнаружил местный лесник. Он и вызвал бригаду скорой помощи. На данный момент Борис Галкин находится в больнице, в каком состоянии, никто не знает. Известно только то, что актер вышел в лесополосу за грибами, ему стало плохо, и он потерял сознание. Ждем подробности, друзья, от родственников Бориса Галкина. На данный момент пока родственники сообщают, что ничего не известно. Будем надеяться на то, что в скором времени он пойдет на поправку и с ним все будет хорошо. Смотрите наши выпуски, друзья, ни в коем случае не переключайтесь, ведь только так вы будете знать всю правду того, что же на самом деле происходит в российском шоу-бизнесе. До скорой встречи, друзья!